таком плане, как и та ванильная. Thank you.
Чё же они хотят от него грады швырять? К нему бегут. Ну, видимо, они это мешают зданию, как воришки. Брось. Тихо, блядь. Болтом ушел. Автопушки.
Потом, мамочка. А чем это ты мне вынес эту? Мельта и половину твоего отряда тоже. Подполз все-таки. Жут, а? Какой жучара, посмотри, а? А ты все равно победишь, карта не особо для меня. Я сам на ней мало играл. Хоть я и видел. Да нет, она городская, а космодесант превозмогает на... Как сказать, наоборот, теснить. Опять через лазганщиков играешь без ветеранов, а? Ветераны есть. Эх, блядь, не ту ринку заказал. Ошибся. Эх.
Ну, здесь не то. Что твою ринку уничтожило? Кого? Что твою ринку уничтожило, говорю? А там экипаж выбил. Вещь. Я купил ринку с боеприпасом. Малясь, не то купил, что хотел. Только не это чучело! Как его пить-то? Не, серьезно, скажи мне, как его пить? Ну серьезно, скажи, ну как бить его титан? А? Плазму, лазер. В каком количестве? Таком. 6 выстрелов по нему попал. Гранаты. Это что, чемпион, что ли? Не, это супер нубэтри.
Блядь, в жопу, блядь, три выстрела выдержал. Белиссимо, блядь. Кстати, Влад, я, кажется, понял, почему нурблиты порой в спячку впадают с нулем хп. Это все впадают в спячку. Нет, большая часть нурблитов... Нет, это скорее... не только нурблит. Нет, я не говорю то, что только, я говорю по большей части. Такое замечаю у них. Потому что, скорее всего, эти, как называют... Когда по нему лаз-пушка впадает, они пытаются хп отрегенить в эту же долю секунды. Но не успевают. У них застывает на нуле. Полуживыми остаются. Где подмога героя? Вот, извини, просто можешь... Что-то выбрать, он был. Сколько вот должно быть у этого, у ветерана, нурглита, который 50 или сколько там, 1000 хп? Ветеранов сейчас? 50? Нет. У которого этот, ЗСП вызывается. 10 тысяч? ЗСП? Не ЗЛС? А, про СП отрядов нет. Ну, один там этот чувак. У него должно быть 50 тысяч хп, да? Ну, вот 50 тысяч. А почему у него сейчас 57 тысяч хп? С половиной. Ну, ветеранский левел получил. А-а-а. Все, тогда понял. Ну на такой уровень хп, что-то 2000 хп в секунду, ой, в минуту регена это вообще мало. Я не собираюсь мне пополнять эту регену, будет слишком жестоко. Mm-hmm. И так в одиночку точку убил. Ну без танка бы не отбил. Почему? Ну да, я его сейчас бы загасил бы это. Согласен. Ой, блядь, я запиздел меня с тобой. Я не виновен, честно. Ну хорошо. Мне прям понравилось. Ну, все из-за меня. Правильно, Саня, другого способа нет. А живой.
Жуки, он так медленно стреляет на рубле. Знаешь, самое поганое, Влад? Подожди. Танковая защита должна была стоять, но она упала на камни. Не понял, что ты имеешь. Двое на вас пушка, что первого твоего терминатора сгасила. Ну? Она упала о камни. Он тащил... Так она же стояла. Да нет, да, она должна была прийти. Вот опять эти камушки! Вообще убейте камни! Танк опять застрял в камнях. Ну, камни остаются рельефом, это нормально. Нет, подожди. Паш, ты видишь, где у него... Да, видно. Где? На респе почти, сейчас сфоткаю. Фоткай. Конечно, с него уже слез, но все. Нет, она застряла или она неведомым образом перевернулась? Ну, как бы застряла, почти перевернулась. Но она сейчас уже уехала оттуда, но все же. Почти, Влад! Почти! Бля, у меня нету больше АТ. Без АТ. Да, хуёво, без мельты. Очень. У тебя желчемет есть. Я забываю. Нет, ну не то, что не только по нему просто забываю, он не моментально в действии. Ты еще, кстати, у меня еще самое, до этого у вас пушка, которая должна была вот стоять. Ответочка пришла. Ладно, я проиграл, у меня больше ресурсов нету, и ни на чё. Я думаю, ты победишь, как обычно, на последней секунде. Да, чё, я просрал этот свой главный. А терминатор у тебя есть? А чё, толку от них? У тебя танков сейчас больше. Я просрал хищника, и всё закончилось. Я, конечно, не думал, что у тебя ещё один. Знаешь, я до последнего не верил, что я выиграю. Просто не думал, что еще один танк появится, блядь. Ну, чё пиздец был. Лаз пушка сдвоенная, она должна была противостоять хищнику твоему. Но она не дошла! Потому что Акан не упал! Вообще-то меня убила другая... Я знаю, тебя химера убила. Но та лаз пушка до этого химера должна была еще до того, как прибудет твой хищник, должна была стоять уже там, на точке. Но она камень заела! Так, скриншот открываю.